Певец Александр Маршал в черном списке украинского сайта «Миротворец». Неугодным Маршал стал из-за поездок в Крым и, цитата с сайта, «открытое оправдание российской агрессии». В базу певец внесен под своим настоящим именем Александр Миньков, и к тому же на портале опубликованы высказывания российского исполнителя о Крыме. Замечу, последний раз в Крыму Маршал был в марте, он выступал на празднике в честь третьей годовщины присоединения полуострова к России. В черном списке портала последние месяцы оказалось немало российских звезд. Одним из последних в него внесли певицу Юлию Самойлову и Лолиту Милявскую.